Раз, два, три, четыре, пять. Вышел чат из чата погулять. Это видео по плану должно называться «Создал игру через чат GPT», но все пошло зеркально. Множественные попытки реализовать игру через чат привели к идее записать ролик про неудачу реализации через чат GPT того, чего хотелось. Я уже давно хотел сделать ролик про реализацию Match 3 на Unity, игра 3 в ряд, но решил сделать это через чат, все-таки тема актуальна. Но тщетные попытки приводили к провалу по разным причинам. Так и родился этот ролик. Я решил просто поделиться таким опытом с тобой. Возможно, с какими-то моментами в видео ты не согласишься, по типу ты не так задаешь вопросы, нужно было иначе подойти к этому и так далее, но такая критика приветствуется в комментариях. Охайо, зритель, ты во вселенной Rebel, где изучаешь мир компьютерной графики и разработки игр. Изначально моей ошибкой в подходе к реализации Match 3 через GPT была огромная обобщенная задача. Но когда подход поменял, картина мало как поменялась. У меня было три цели. Первая – весь код пишет чат. Вторая – использовать паттерн, например, MVC. И третья – игра будет не 2D, как обычно, а в 3D. Первая цель еще окей, но вторая и третья стала проблемой. Посмотрим это чуть позже. Первым делом я хотел узнать, что чат GPT вообще думает на эту тему, то есть про эту игру, и как бы он ее сделал. Потому мой запрос был таков. Напиши план создания Match 3 в 3D на Unity, C#, используя паттерн Model View Controller. План он написал, и я был доволен, он четкий, логичный и все как я хотел и представлял, но радовался недолго. Говоря ему, чтобы описать подробнее его пункты через код, он создавал логичные методы и классы до момента, как он не начал путать обычный текст с кодом. Но это еще ладно, не критично. Но дальше было больше. Он завершил описание того, что надо, но в коде был класс, к которому идет обращение. Но этот класс он не описал. Там был простой класс для элементов игры. Я могу его сам дописать за минуту, но если помнишь, первая цель — это весь код, это код чата. Дальше была какая-то ошибка в коде, уже не помню точно, но вроде названия классов были разные. И так продолжалось очень долго. Он забывал описывать переменные или классы, которые использует. Бывает, забывал указывать библиотеки, которые нужны, переписывает уже готовые классы по-новому. С другими именами, сущностями и логикой связанности. Все дошло к тому, что я уже и сам запутался и забыл, чего хотел. Так продолжалось несколько чатов, это все мои попытки заново обсудить с ним наши дела. Пока не дошло к тому, что решил сменить паттерн. Вдруг этот момент поменяет подход и упростит задачу. Начал с Model View Presenter. Почти то же самое, только что где лежит по-другому. Но сейчас не о паттернах. Проблемы остались. Перезаписывание классов, потеря связи и тому подобное. Такая же частая проблема была это дописать сообщение, которое не влезло. 50 на 50 дописывает нормально, но остальные 50 это написание кода заново. Так еще и с другой логикой. Как бы ни формулировал я просьбу дописать, все равно работают по-разному. Дальше был паттерн Model View Adapter. Но ситуация такая же. Наверное, ты мог подумать, что много хочу я от чата GPT, но дело даже не в том, что я хочу, чтобы он за меня сделал всю игру, а в том, что потеря логики и связанности теряется уже на 2-3 классах. По сути, дальше, чем создавать игровое поле, я и не смог пройти. Да, он мне писал и логику смены, и поиск совпадений, и многое другое, но связать в одно не получилось. Из чего следует, что чат GPT только помощник, не более. Это, кстати, и очень хорошо. В конце скажу почему, поэтому подпишись и смотри до конца. Следующая идея была описать задачу сразу и описать это объемнее. Представь, что ты программистом и бла-бла-бла. Даже решил попробовать, будет ли он автоматически продолжать сообщение. Но нет, такой радости не было. И да, как ты мог заметить, задача стала проще, убрал паттерны. Результат тот же, так еще и скрипты с оболочкой только. В целом, круто, можно с этим работать, но опять же, моя первая цель делала это недостижимым. Далее были еще разные модификации моего запроса, даже ради интереса написал, что ты разработчик-сеньор. Меня эта идея самого себя улыбнула, но чат GPT не оценил такое и пришли к тому же. Из всего остального было еще две идеи, первая идти от уже написанного кода ранее, который хоть игровую доску строил, а вторая это идти от меньшего к большему.
То есть даю задачу на построение доски и после этого решения иду дальше небольшими шагами. В первом случае ситуация осталась печальной, но во втором такой подход стал еще хуже, так как связанность классов и логики в целом терялась в огромном потоке обсуждений и кода. Спустя 2 дня приятного общения я остановил этот процесс на таком результате – просто создание игрового поля. В итоге за следующий день я сам изучил создание такой игры и написал свой матч 3 в 3D, где-то потратив на это от 5 до 7 часов. Где-то в этот период я кушал, ходил в магазин, поэтому точно сколько ушло времени не могу оценить. Если тебе интересно, как сделать матч 3 на Unity, так еще и в 3D, подписывайся, оставь об этом комментарий и колокольчик бахнуть не забудь. Вот так и получился контент для внепланового ролика, выводы делай сам, но для себя понял, что текущий уровень ChatGPT это только помощник в решении узконаправленной задачи или описания общего подхода к решению вашей идеи. Это все, конечно, я рассматриваю в рамках разработки игры, а возможно в других сферах ChatGPT более практичен для больших задач. А позитивный момент того, что ChatGPT это всего лишь помощник, это то, что новые ребята, которые приходят в сферу геймдева, будут думать головой, а не надеяться только на данную нейросеть. Хотя думаю, что довольно скоро ситуация может быть обратна с развитием области нейросетей. Кстати, сам начал изучать, как работают нейросети, опыт будет забавный. Если тоже изучаешь их, пиши в комментарии. Интересно, сколько таких чудаков. В хорошем смысле. Надеюсь, такой опыт был как минимум интересен, а как максимум полезен. А сказать спасибо ты можешь лайком и подпиской на канал. Если хочешь поддержать мою деятельность, заглядывай на Patreon или кнопочка спонсировать прямо под этим роликом. Сайонара!